как не запрещается сидеть. Вот посмотрите эти все инструкции. Телефон Nokia, прочитайте инструкцию. Аппарат прикладывать только к уху. Ну, спасибо, ребята, что сказали. Я в одной американской, памятка, американский грузовичок едет, в Техасе это было, там написано, имейте в виду, памятка водителям, что в боковых зеркалах предметы, отражающиеся, находятся сзади вас. Инструкция газонокосилки. Вот после этого косить нельзя, я вас предупреждаю. Так, приготовили. Переведено дословно, с немецкого. Готово? Перед кошением уже хорошо. О, перед кошением траву промыть шампунем. Это не все. Непосредственно перед покосом удалите из зарослей мелкий рогатый скот. Улиток с кузнечиками, судя по всему. Слушай, у меня нет больше мелкого рогатого скота. Я крупнорогатый скот у тебя. Но фраза последняя, она действительно, знаете, я должен вас предостеречь, не представлять этого. Не направляйте прибор на живых людей. Это. В избежание наматывания отдельных частей тела на подвижные части прибора. Фу. Это немцы, но наши молодцы, наши рекорд побили по инструкциям. Я купил игрушку. Я сейчас так немножко темп добавлю, потому что надо, чтобы звук пошел у некоторых изо рта, наконец-то. Игрушка называется «Винни-Пух ходячий». Знаете, этот придурок ходит куда рука, туда нога. Вот такая шмакозявка. Инструкция вот такая. Написано «Винни-Пух ходячий». Запомнили? Ходячий. В скобках. Россия. Можно было бы и не писать, что Россия. Потому что следующая фраза, я боюсь вам говорить, следующая фраза. Если не пойдет, это только российский, ходячий может не пойти. И дальше. Красота, возьмите пуха за ухо. Наклоните мордочкой вниз, я еще должен с ним забавляться. Он вообще вот такого размера, мне еще ухо искать там. Если упадет, и ноги у него удлинятся, это во агрегат нас из нашей создали. Положите пуха на бочок. Дальше я паузу должен выжить. Мне самому не засмеяться. И загляните пуху между ног. Вы представляете, что со мной было, когда я это прочитал? Нащупайте пальчиком дырочку. Вставьте в дырочку пальчик. И найдите там ушки. Какие там могут быть ушки? В скобках, ушки для ножек. И вставьте ножки в ушки. Так в сегодняшнем шоу.